Всем привет, это быстрые обзоры, и сегодня выбираем гофре для домашнего использования. Мы выбираем из профессиональной линейки, взяли Babyliss, Mother и Villains. Итак, поехали. Babyliss. Ширина пластины 15 мм, покрытие их фирменное EPE Technology, вращающийся шнур на 360 градусов, электронный регулятор температуры, здесь есть табло, три положения от 140 до 200 градусов. Также есть фиксация для транспортировки и для удачного хранения. Эта модель мне очень, в принципе, понравилась. Я не ожидала, она как бы является сейчас моим фаворитом. Очень хорошо для коротких волос и для прикорневого объема. В принципе, она так быстро нагревается и так моментально делает гофре, что я бы для длинных волос ее порекомендовала. Ну, естественно, если ширина пластины больше, это получится быстрее. Дальше у нас модель Mother Max Style. Честно говоря, я изначально хотела взять просто эту модель, я с ней давно знакома, и не париться, не выбирать ничего. Но сейчас я поняла, что больше мне не хочется выбирать Max Style. Модель нормальная, достойная, регулятор температуры механический, 150-230 градусов, ширина пластины 24 миллиметра, она плавающая, шнур крутится 360 градусов, длина шнура 2,8 метра. В чем у них разница? В принципе, еще разница в ходе самой гофрешки. Mother Max Style, она более мелкая, нежели Babyliss. Дальше у нас две модели Villains. Керамические пластины, она чем-то похожа с Max Style, но, если честно, мне она в руке более удобная. У нее уже идет электронный регулятор температуры, также шнур на 360 градусов, 3 метра. Вот очень удобная, и чем она мне нравится, что она по ходу гофре, она очень похожа с Babyliss, у них одинаковый ход гофре, она более крупная. Но лично мне нравится, лично это мое мнение, более крупненькое гофре, оно больше дает объем. Его больше заметно, но если вы хотите только прикорневой объем, вы можете нижние прядки сделать гофрированные, а верхние прядки сделать ровные. Вот так, здесь керамика, повторюсь, плавающая пластина, 24 мм, очень удобная в руке. И дальше модель Villains турмалиновая. Она идет более мелкая, ее можно сравнить с Max Style по ходу гофрирования. Но, кстати, она мне сначала очень не понравилась, а в процессе эксплуатации она очень удобная оказалась. Ширина пластины у нее 20 мм, электронный регулятор температуры от 140 до 220 градусов. Как ни странно, из двух моделей, Mother и Villains, там, где ход идет более мелкий, я бы, честно, выбрала Villains. Здесь турмалин, более она щадящая для волос, и мне она очень удобная. Из двух моделей Babyliss и Villains мне все-таки нравится Babyliss. Может быть, из-за того, что у меня сейчас короткие волосы, для длинных волос, очень длинных, можно брать Villains. Вообще, все модели достойны, неожиданно для себя мне понравился Babyliss. Вот, они классные. Кстати, также у трех моделей, у Babyliss и у Villains, у них идет автоматическое отключение через 72 минуты после включения, здесь после 60 минут. Так, в принципе, все очень похоже. Всем спасибо, все свободны.